Ребята, всем доброе утро! Самое доброе утро на свете! Почему? Потому что я проснулась у своей мамочки. Правда, мамы нету, она на работе. Она уже с утра пораньше ушла на работу. А мы что? А мы завтракаем. У нас тут мои сестренки, мой муж и наш завтрак. А завтракаем мы сегодня масло, сыр. Тут колбаска разная, сырок. Это что, сало, да? Я даже не знаю, что это. Бекон. Вот. В общем, мы завтракаем. Я с конфетами чай пью. А девчонки Саша с бутербродами. Всем, кто сейчас завтракает, всем приятного аппетита. Так, мы садимся обедать. Я не знаю, все разбрелись, кто где, кто куда. Саша поехал по своим делам. По-моему, на мойку машину мыть. А мы с девочками кушаем. Что у нас? Что у нас? Вот они, мои девчульки. Так, мы кушаем. Мы сделали себе, сами приготовили, да, девчат, спагетти. Будем кушать с сыром, ну и там с колбаской. Катя колбаску не захотела. Девчонки с колбаской. Тут салатики надо вчерашние доедать. Короче, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Не прошло и 3 лет, как мы собрались. Собирались веки вечные. В общем, мы куда? Мы в магазин. Покупать Кате сумочку, а Марина определилась, она хочет себе наушники. Марине сейчас будем искать наушники. С нами еще Вероничка. Да, Вероника, помаши ручкой. Вот она, Вероничка, Маришка. И там Катя. Мы в полном составе. Мама у нас на работе, придет только в 7 вечера, так что весь день в нашем распоряжении. Так, ну что, мы прибыли к месту назначения. Сейчас будем выбирать Катюшке сумочку. Тут такой огромный-огромный магазин, тут чего только нету в этом магазине. Так. Вот тут какие-то сумки я вижу, но это спортивные. Че, ничего нету? Что-то да, здесь раньше было, а теперь нет. Ничего не нравится, да? Это рюкзачки. А это рюкзачки, да? А тут спортивные. Смотрите, сколько тут всего. Просто он такой огромный, этот магазин. За мной это все гуськом, где Вероничка-то наша, вон Вероничка. Нет. Мы это втроем. Ну, вместе со мной вчетвером. Ну, пойдем спросим. Ищем. Здравствуйте, а у вас есть сумочки в продаже? Не рюкзаки, а сумочки? Дамские. Да. Все равно идут, а почему снимаю? Я себя снимаю на YouTube, у меня понятно. Свой канал. Сами себя, да? Да. Где ты там, Саш? Ищем. Тут он такой огромный, короче, тут можно заблудиться. О, мы нашли, вот они, ребята. Тут тоже их огромное количество, каких только нету. Сейчас Катюха будет себе выбирать то, что ей понравится. Чтобы в школу ходить? Да. А, ну это побольше тогда размером надо. Ну выбирай, какая тебе понравится. Тяжело, мешали. Я первый раз буду ходить с сумкой. Вообще такие красивые. Тут прям, смотрите, какой цвет красивый. Прям приятное. Там лаковая мне тоже понравилась. Прикольная. Громадная, да? Какая? Вот это. Не, ну почему? Тебе же надо, чтобы у тебя туда и тетрадки, и все помещалось. Я хожу с 2 учебниками. А, тебе особо много не надо, да? Да. Ну я не знаю, смотри, какую ты хочешь. Повыбирай, не спеши, мы никуда не спешим. И вот и есть поменьше черная, смотри. Есть
что одела. Вон лаковая, тебе не нравится? Смотри, лаковая черная. Не знаю, мне нравятся вот эти вот ее ручки. Но сама по себе она мне не нравится. Тихо. Не знаю, тоже все какие-то крампы. Тебе надо маленькую? Среднюю, да? Сейчас. Ребят, сейчас я ей помогу выбрать и потом включусь, а то мне с камерой неудобно ей помогать. Короче, нам в этом магазине ни одна сумочка не понравилась. Мы едем дальше. Я села сзади, чтобы... Катя села наперед, чтобы показывать Саше, куда ехать, потому что мы город не знаем. И как бы это... А она здесь живет, и она будет показывать, куда теперь ехать до следующего магазина. В общем, мы в поисках офигенной сумочки. Так, ребят, мы зашли в Остин. Смотрим здесь сумочки, не знаю. Но тут что-то так мало выбора, да? Две всего. И вот коричневые, да, и все. Ну, она хотя бы норм. Нормальная, нравится тебе, да? Ну, тут еще нормальная. Ну, я не знаю, тут есть еще сумки. В общем, мы гуляем по Остину. Так, вон какие-то рюкзаки, не знаю, вот какие-то сумочки. Кать, смотри, вот тут еще какие-то висят. Не, ну здесь нет. Маленькие? Угу. Где еще? Ну что, вон тут, берем фотографию. Я себя снимаю. Пойдем. Никто нигде не разрешает снимать. Какую? Вот это. Вот это? А вот это, смотри, с золотым ремешком тебе не нравится? А это не сумка. А это не сумка? А. Расстегни ее, посмотри, какая она внутри. Молния вообще работает нормально? Один отдел, да? Да. Ну, это и ты. К лучшему? Да. Ну, что учебники просто вместе. Ну, а так ничего, да, в целом? Да, все. Ну, все, берем. Все, мы выбрали. Так, сумочку купили. Мы счастливые, довольны. Теперь нам надо куда-нибудь... купить наушники Маришке. Сейчас пойдем, наверное, ну, может, в ДНС заедем, не знаю. Сейчас посмотрим. И все. И у нас все в семье в подарками обеспечены. Едем. Так, мы приехали в ДНС. Сейчас будем выбирать наушники. Маришка ищет, ищет, ищет. Где же они, где? Я вот это вода там видела. Что, не нашла? А где у вас наушники продаются? Там. Наушники. Ну, там продаются. Там? Пойдем, Мариша. Вот это, наверное, наушники или что это? Или нет? Что это такое? Вот какие-то. Это, наверное, наушники. Ты какие хочешь себе? Маленькие. Маленькие? Такие? Вот такие вот, смотри, есть совсем маленькие. Такие тебе надо или еще меньше какие-то? Вот, смотри, маленькие наушники. А ну, обычные нет. Маленькие. И вот такие она имеет в виду. Какие, которые в ушко полностью, да, вставляются, да, внутрь в ушко, да? Да, они вот такие. Где? Классненькие наушники есть.
Я видел маленькие наушнички. Вот эти. Уже выбрала? Да. Ну, все. С Мариной все оказалось так просто. Просто 2 секунды подошла вот эти. Вообще замечательно. Вообще замечательно, Марин. Ладно, все, идем оплачивать. Смотрите, какой шар красивый, новогодний. Огромный, преогромный. Ой, Вероничка меня обнимает. Мы это идем в какую-нибудь кафешку перекусить. Хотя, конечно, мы уже обедали, но можно еще раз чего-нибудь покушать. Нравится? Да. Ну, они розовые. А я люблю розовые. А здесь есть кафе одно. Ну вот, мы идем в кафе одно. Мы с бабушкой в него заходили. С бабушкой заходили? А есть еще кафе. Но здесь есть много кафе. Да. Есть соуса, пиццерия, только пиццерия далеко. Пиццерия? Я помню. Так, переходим. А то машины опоздают так. Да. Саша. Передай привет, ты даже не здороваешься с моими зрителями. Привет! О, Вероничка за Сашу. Идем. Идем. Вот мы с бабушкой ходили в Авака. Миша. Читает. Что еще раз? Попробуй прочитай. Миша. Энсия, да. Вака Энсия какая-то. А вот тут вот вверху, где вот на синий, что написано? Вот, в... Что там написано? Вкус. На с то то я с все и вкус настоящий с осо с иси с сосиски. Вкус настоящей сосиски, да? Все, пойдем. Вот мы уже хоть и в первом классе только поступили, а уже умеем читать. Какие мы молодцы. Так, где у нас? Где у нас кто? Заходи. Вон Саша. Вон и девчонки. Мы читали вывеску. Можно детской, чтобы Вероника там побесилась? Можно. Куда? А заказывать в любом месте можно, да? Сесть в любом месте, да? Сесть в любом месте. А заказывать здесь разные подразделения. В общем, сейчас мы закажем, и я к вам вернусь. Так, мы сели в кафе, тут рядышком получается детская игровая комната. Вероничка у нас в детской комнате, вот, играется. Заказ наш мы заказали, еще ждем. Все готовится. Тут детки бесятся. Вот. Сейчас как будет все готово, покушаем, а потом, не знаю, может быть, домой поедем, может, еще куда посмотрим. Нам надо, кстати, еще напитки выбрать. Мы не выбрали напитки. Мы пойдем сейчас закажем, смотрим, на чем там попить. Так, мы все сели. У нас у всех по коктейлю по молочному. У нас у троих с клубникой. Иди кушать. Садись, покушаешь, потом будешь дальше играть. Что, там нельзя пройти? Пусть туда тогда сядет в кресло, подвинь ей кресло, проходи. Так, у нас тут пицца. Вероничка пиццу не ест. Вероничке заказали наггетсы. Ну, наггетсы, Мариш, если ты хочешь, или фри, тоже можешь кушать. И фри. Так, всем... Открыть тебе? Сейчас откроем. Так, все, мы все кушаем. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Так. Мы тут еще мороженое заказали. Дети захотели мороженое. Катя еще захотела наггетсы. Ждем, да, наггетсы еще готовятся, да? Угу. Короче, лопаем мороженое.
Так, у нас все продолжение банкета. Что-то Саша себе еще хот-дог заказала. Тут что, наггетсы и там, и там? Да, да. Тут, короче, еще наггетсы порции. Потому что что-то, короче, у нас напал жор на нас, на всех. Лопаем. Так, ребят, что, я не помню, когда последний раз, что я вам снимала? А, мы были в кафешке, да, с детьми? Короче, уже вечер. Уже мы давным-давно пришли с кафе. И что мы планируем на сегодняшний вечер? Мы хотим поесть вкусняшку. Сейчас я вам покажу. Смотрите, что мы купили. Так, это что такое? Это какая-то рыба. Короче, рыба одна. Тут рыба другая. И, ребята, мы взяли лангустов. Целую упаковочку. Сейчас мы ее будем готовить. И, короче, сегодня попьем пиво с лангустами. Сейчас я их приготовлю. Понятно. Так, ребят, у нас тут вообще полная трансляция. Саша там звонит родственники. Покажи, да, я в камеру покажу. Смотрите, тут, короче, у них связь. Тут отец по этой связи, тут Сашин брат по этой связи, тут мы с Сашей. Ой, я с камерой. У нас тут прямой эфир со всей Сашиной роднёй. Так, что мы делаем? Растапливаем сливочное масло, и я порезала сюда чеснок. Лангустов мы почистили с мамой. В общем, разрезали спинку, ну, верхушку у каждой, и вытащили из каждой, получается, этой, из каждого лангуста пищевод достали. Так, сейчас масло растопится, отправляем обжариваться лангусты и добавим еще туда соевого соуса. И будет у нас вкуснятина. Так, у нас первая партия пожарилась. Вот наша первая партия. Сейчас мы уже садимся кушать. Здесь у нас рыбка. И наши лангустики. Вторая партия еще там жарится. Ну, мы уже приступим кушать. Сейчас все соберемся и будем лопать вкуснятину. Мама суетится. Кать, иди кушать! Сейчас скажу. Самое вкусное у нас. Да. Лопаем. Я уже себе взяла одну штучечку. В общем, ребят, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Я, наверное, буду завершать этот влог, а то он получится чересчур длинным. Всем пока.